Проект «Сестренки» радио VBC уже второй год подряд становится лучшим шоу Дальнего Востока, став победителем конкурса «Вместе медиа-радио» в номинации «Ток-шоу. Утреннее шоу». Мы выбирали работу, которая нам больше всего самим понравилась, которая соответствовала тем критериям, которые с прошлого года, с нашей прошлой победы, мы учли в своей работе. И поэтому у нас было даже некое обсуждение, какой из эфиров выбрать. Да. У нас были 4 варианта, и мы отправили один, как выяснилось, лучший. А какой эфир был? Эфир был обсуждение инициативы властей Туркменистана о запрете инъекций красоты для женщин. Мы были против. Шоу «Сестренки» начало выходить в эфир радио VBC с февраля 2019 года. В течение 3 часов ведущие Катя Демина и Ляля Булавина рассказывают о горячих новостях Приморья, дают советы о том, куда сходить и где отдохнуть, и приглашают к себе интересных и известных гостей. «Сестренки» шоу – это ежедневно выходящее по утрам. Это не программа, это жизнь, которая транслируется через 101.7 FM. Это Катя Демина, Катя Кнап, Ляля Булавина. Каждое утро мы поднимаем вам настроение, рассказываем о том, что происходит с нами, с вами, с городом, и заряжаем таким утренним настроем на весь день. Конкурс «Вместе медиа-радио» проводится проектом «Вместе медиа», который нацелен на поддержку локальных медиапроектов. В рамках конкурса жюри оценивают аудиопрограммы региональных вещателей по нескольким номинациям. Ежедневный информационный выпуск, ток-шоу «Утреннее шоу», «Лучший ведущий», «Радио-диджей», «Тематическая программа». Там было 7 шоу из разных городов Дальнего Востока. Южно-Сахалинск, Хабаровск, Петропавловск-Камчатский. Да. Поэтому Анадырь был. Хабаровск, Чита была. Многие были города. И Владивосток. И мы гордимся этим, тем, что мы представляли Владивосток, и что он теперь лучший. Второй раз подряд. Если честно, в этот раз победа была ожидаемой. Мы очень надеялись, но не были уверены до конца, вот буквально до сегодняшнего утра. Мы не знали, и мы очень переживали. «Сестренки» не единственный проект радио VBC, который стал номинантом конкурса. В той же номинации, что и «Сестренки», третье место заняло шоу «Чай, котики, рок-н-ролл» – вечернее ток-шоу с ведущими Александрой Смолиной и Александром Топоровым. Еще один победный проект VBC – познавательное шоу «Лучший город Земли» об истории Владивостока и Приморского края, которое заняло первое место в номинации «Тематическая программа», автором которой является Дмитрий Шакин. Анна Дьякова, Денис Фадеев, новости на восьмом.